Меня зовут Николай. Меня зовут Заур. Мы с третьей школы. Третьего Г. Передам друзьям привет. Я тоже передаю всем друзьям с моего класса, всем, кто дружит, кто не дружит. Я всем передаю привет и учителю. Здравствуйте, меня зовут Бацуев Мурат. Я бывший студент. Работаю в Мизури, строим храм. Мне это не нравится. Там не знаю. Короче, это не важно. Но самое главное хочу сказать о людях. Мне не нравится, что мы забываем наш родной язык. Потому что вот всем, ну, городским, вот во Владикавказе, кажется, что разговаривать на остинском это как бы, ну, падлу, что ли. Маман фэнде самай юлдар юнаузурам. Как сказал мой мембал, ахдавток фейрохкана мунираттанал узаштам. Ма хочу, чтобы, ну, люди не забывали свой родной язык, общались чаще на остинском. Ну, я сам сейчас на русском говорю, но это не важно. Шалам тадатын мамадан, мафыдан, махоян, мана олеган, хасан, вам. На ниже намаш тут, каразику дваржам, уксал нахмар. И снова я забыл сказать про христианство. Мне не нравится, что люди, наши остины, принимают христианство, потому что, принимая христианство, они забывают о наших этих святилищах, зорта, и не соблюдают закону остин. Принимая христианство, они христианство считается как понт, ну, мне так кажется. Вот принимаешь христианство или, скажем, понтуешься перед людьми. На самом деле, если принимать даже христианство, ну, сам священник говорил, не соблюдать законов, ну это как бы плохо. И я хочу сказать, что нашим людям живите по законам остин. Возор там Сауд, Кувуд, Саума. Все, алоха. Здравствуйте, меня зовут Харитон. Здравствуйте, меня зовут Вахтанг. Я хочу передать своему спортивному клубу Камарау привет всем. Привет. И пожелать удачи всем. Я хочу передать привет нашему тренеру Мурату. Карданова Людмила, живу в Москве. Родилась во Владикавказе. И меня неприятно вот удивило, когда я приехала, что панорама, которой город всегда гордился, и когда все художники, живописцы, писатели, которые приезжали в город, они говорили о том, что каждая улица во Владикавказе упирается в гору. И я вижу, что построили здания, которые можно было в других местах построить. Они построили и загородили, во-первых, культовые сооружения, как им является мечеть суннитская. Она не только культовое сооружение, но еще и лицо города, потому что это одно из самых лучших архитектурных сооружений в нашем городе. И вот она стоит на фоне какого-то бездарного дома, и панорама гор-цепь нарушается. И много таких вот зданий построили, которые можно было построить в других местах. Я всегда читаю в интернете отзывы о нашем городе. Всегда бывает, подчеркивается то, что его украшает именно вот эта цепь гор. Я думаю, что можно что-то придумать, чтобы восстановить прежний пейзаж для наших улиц. Правильно? Меня зовут Львов Вова. Я учусь в третьем классе, третий В. Мою учительницу зовут Светлана Николаевна. Я учусь хорошист. Я второй класс закончил на хорошиста. Передаю маме с папой и сестрой приветы. Привет! Привет, меня зовут Арсен, я с города Владикавказ. Мы учимся в ГМИ. На архитектурном. Что еще? Привет всех, кто нас знает. Меня зовут Кристина. А меня Алина.
Я хочу передать привет своим однокурсницам и родителям. И я вас очень люблю. Я учусь в 4-м лицее. Всем привет! Хочу передать большой привет нашему городу, всем нашим прекрасным жителям, не знаю, чтобы наш город процветал, чтобы стал еще красивее. Я не знаю. Привет. Здравствуйте. Я хотела бы пожелать всем жителям этого города побольше улыбок, поменьше хмурых выражений лиц и так в эту хмурую погоду. Скоро, тем более, начнется холодная зима, так что будьте на лицо немного теплее. Но не только на лицо, также и на ваш внутренний мир, на ваше состояние, на ваше настроение. И желаю вам побольше радости в этой жизни.